Приветствую всех поклонников авиации, с вами Fallfire. Пришло время рассмотреть китайский реактивный истребитель J-7-2. На первый взгляд, может показаться, что он эффективнее по сравнению с советским МИГом, но это не так. По характеристикам, действительно есть отличия. Например, силовая установка у китайского МИГа мощнее на 150 кг силы, а это неплохой прирост. Вот только он теряется с набором высоты, и в воздушном бою разницу вы особо не почувствуете. Полетав десяток боев, я заметил неприятную особенность. J-7 ведет себя как будто он намного тяжелее своего советского собрата, хотя по паспорту он легче. Парадокс? Может быть. Мне особо на нем не везло. Эффективность китайского истребителя, можно сказать, оставляет желать лучшего. Из вооружения нам добавили еще одну 30-мм пушку. Теперь их две. Вот только боекомплект остался таким же маленьким. 60 снарядов на каждый ствол, это по-прежнему требует от нас точной, я бы даже сказал, сверхточной стрельбы. Представьте себе картину боя. Сверхзвуковая скорость, на которой обычно летают реактивы, постоянные заходы, ракеты воздух-воздух и противники, которые дергаются, лишь бы по ним не попали. Также прибавьте к этому расположение курсового вооружения. Пушки у китайского МИГа установлены под фюзеляжем, отчего при стрельбе нам необходимо немного задирать нос самолета. Учитывая, что противники постоянно уходят в маневр, нам приходится их пролетать, ибо МИГ не способен на резкие манипуляции с управлением. В итоге вы получаете сложный в геймплейной части реактивный истребитель, к которому необходимо сближаться с противником вплотную, чтобы хоть как-то его повредить. Многие сейчас помнят про то, что у нас имеются ракеты воздух-воздух, но они чаще нам служат как отвлекательный маневр, потому что это аналог советских R3S. А ранние ракеты, как вы знаете, не блещут своей эффективностью. По остальным параметрам истребитель плюс-минус будет одинаковым. Флаттер по-прежнему не дает у Земли догнать Фантома, а в скороподъемности мы проигрываем 19-му МИГу. Самое забавное, что у J-7 не открывается фонарь кабины. Одним словом, китайский. Подробно рассказывать о самолете в авиационном режиме я не вижу смысла, так как я уже делал обзор на 21 МИГ, и все будет примерно то же самое, за исключением разгона и набора скорости. В этом китайский аналог чутка обгоняет совета, но не настолько критично, чтобы это можно было назвать плюсом. Так что переходим в совместные бои. И здесь нас ждет еще большее разочарование. У J-7 всего два вида подвесного вооружения, предназначенных для борьбы с наземной техникой. Это две бомбы по 500 кг и 32 неуправляемые кумулятивные ракеты с бронепробитием 150 мм. Смешно видеть подобное вооружение, особенно когда понимаешь, что в бою тебя ждет ЗРК, а порой даже и не одна. Скинуть бомбы еще можно с небольшой высоты и кое-как там уйти на базу, но эффективность такого сброса будет минимальной, так как нужно заранее знать, где находится противник, грамотно построить заход, чтобы при выходе не зацепить дерево, дом или гору, и при этом рассчитать дистанцию поражения от зенитного огня. В случае успеха вы получите всего лишь один фраг, и то, если вы знаете, как точно скинуть бомбу на большой скорости. Насчет неуправляемых ракет можете даже не спрашивать. МИГ так клюет носом, что вы легко зацепите ближайшее дерево. Получается, что в авиационных боях J-7 чувствует себя неуверенно, а в совместных ему делать нечего. Может быть, симуляторные бои исправят ситуацию? И нет, тут тоже мимо. Взлетает китайский МИГ также опасно. Отрываться от полосы нужно очень плавно, иначе заденете хвостом в землю и попрощаетесь с истребителем. То же самое ждет вас на посадке. Кабина является чистой копией МиГ-21. Все надписи выполнены на русском языке, и создается такое впечатление, что это просто перекрашенный истребитель. В заключение могу сказать, что несмотря на увеличенную мощность силовой установки и вторую 30-мм пушку, китайский самолет мне не понравился. Да, он приятно выглядит, белый камуфляж смотрится поэффектней, но сам геймплей на нем однообразный и часто сводится к выходу в ангар. Наверняка найдутся поклонники подобной техники, и кто-нибудь да научится спустя сотни боев точно стрелять. Но я лучше возьму 19-й МИГ или другой реактивный истребитель и проведу пару хороших боев, чем буду пытаться что-то изображать на J-7.
Исторически Китаю должны были предоставить лицензию на постройку МиГ-21Ф, однако отношения между Советским Союзом и Китаем ухудшились и лицензию отозвали. Министерство авиапромышленности КНР фактически ничего не могло предложить, кроме как клонировать уже ранее доставленный МиГ-21Ф-13. Работы развернулись в начале 1964 года, и несмотря на колоссальные трудности в разработке технической документации, к началу ноября следующего года китайским специалистам удалось завершить постройку первого экземпляра своего МиГ-21Ф, получившего обозначение J-7. Первый образец использовали для статических испытаний, а уже с учетом их результатов построили второй экземпляр, предназначавшийся для летных испытаний. Несмотря на все трудности, работа продвигалась достаточно быстро, и уже 17 января 1966 года первый китайский МиГ под управлением летчика-испытателя оторвался от взлетной полосы. Испытания продолжались в течение полутора лет и закончились в июне 1967 года. В целом, как отмечалось в документах, по своим летно-техническим характеристикам F-7 соответствовал МиГ-21Ф, правда его максимальная скорость оказалась несколько ниже. Серийный J-7 отличался регулируемым конусом воздухозаборника, контейнером тормозного парашюта и дополнительной 30-мм пушкой. Вторая модификация получила катапультное кресло своей разработки, новый подвесной топливный бак и ракеты PL-2, аналог советских R-3S. Истребитель активно поставлялся на экспорт и успел поучаствовать в различных конфликтах по всему миру. Вот такая история. Не забываем поставить лайк Хеншель, подписаться на канал, а также в описании вы найдете 3% скидку в магазине War Thunder. Я вам желаю, как обычно, легких фрагов и чистого неба над головой.